Оба игрока очень известные. Причем они знакомы, и удивительно, что не пожелали друг другу удачи. Так, ну Помпеи играет не Декой Помпеи, это уже сразу ясно. Бэк заходит с Шахтера, и Помпеи его полностью игнорирует. Готовит пуш, видимо, это два принца. Даже колода бэкстебок больше похожа на Деку Помпеи. Видимо, Бэкстабкс готовился к тому, что своей стандартной декой будет с Инферно Драконом играть Помпею. А Помпей его решил на этом подловить. Ну и по урону впереди игрок Нова снова. Практически стихами, я сказал. Ну и снова неторопливый пуш с гиганта от Помпея. Потрясающий все-таки игрок. Легенда. Всего лишь каких-то, я не знаю, может быть, дней 7 назад перестал он быть тем игроком, который на Pro vs Pro на канале Clash with Ash просто выигрывал всех. Прям вот всех-всех. Появился Surgical TS и... выиграл. И Помпею. Непростая была битва, но тем не менее. Ну, не дает Помпею себя в обиду и свою вышку. Глупо было бы ожидать. Интересный шахтер от Бэк. И очень агрессивен в атаке игрок на Крайнис Эспортс. Снова игнорирует Помпею Шахтера, но таким образом Шахтер посылает Бэкстабкс, что Электромаг для него достает тут. Сбрасывает Инферно Дракона Помпею и одну тычку делает все-таки гигант. Немножко впереди по урону игрок Нова. Но, надо сказать, весьма уверенно держится Бэкстабкс. Не может запредиктить Шахтера, но там принц быстро с ним справляется от Помпея. Посмотрите, как сколько эмоций и конфетти у Помпея со стороны его поддержки имеется в виду. Отлично в обороне играет, надо сказать, Бэкстабкс. Отлично. Ведет еще по урону. Не ожидал я, честно говоря, такого сопротивления от игрока Крайнис Эспортс от данного. Смотрите, как прессингует. И не получается продавить Помпею. Добирается миньон все-таки до Инферно Дракона. Но гигант-то не дойдет. Ни тычки не сделает. А вот сейчас может и дойти, если на яд хватит Помпею и все-таки продавливает. Гигант делает две тычки.
вынужден защитного Шахтера бэкстабокс выставлять, но ну, принц не доходит, темный принц до вышки, снова агрессивно выкидывает Помпею гиганта прямо на мосту. Еще одно бревно, и, видимо, заклинаниями решает прессинговать и добивать заклинаниями вышку игрока Кранис и Спортс. Ну и одного яда всего не хватает Помпею, чтобы эту игру закончить. Ну, три заклинания делают свое дело, да. Зап и бревно. Отличная игра. Но тут надо сказать, что Бэкстабэкс меня сейчас очень сильно удивил. Не доходит Хок до вышки от Помпею. Ну что, кладбищем играет Бэк? Да, ну поддержка, конечно, неистовствует Помпею. Три мушкетера с Хогом Помпею. Ну, Бэкстабэкс, не будь дураком, выкидывает яд. Очевидно, не было в цикле надгробия у BSX. Сокращенно Бэкстабэкс так все называет. И Хог все-таки доходит до вышки, делает тычку. Две тычки. Но по урону Бэкстабэкс пока впереди. Но мы-то знаем, как Помпея играет, поэтому иллюзий не будем каких-то строить. Ну и коль скоро у Помпеи новая метадека с тремя мушкетерами, у него, естественно, охотник еще есть. Отличный фаербол. Но охотник тычку выстрел не сделает. Ну и Хок не доходит. Ох, какой урон наносит. Посмотрите, Бэкстабэкс. Снова впереди по урону. Игрок Кранис и Спортс. Ну и Помпея по противоположной линии атакует, чтобы Хок мог пробежать мимо надгробия. И вот Чёс, ну да, ставит все-таки надгробие еще одно Бэкстабэкс. И уже две вышки его страдают. Помпею может выбирать, на какую вышку атаковать. Атаку проводить, точнее. Вроде ушел королевский призрак в инвиз. Но до вышки не дошел. Вышка все равно по нему решила выстрелить. Как много всяких вещей в игре, которые мне непонятны с точки зрения механики. Да я думаю, что они и Supercell, очевидно, не очень понятны. Доходит Хок. Делает две тычки. Фаербол добивает вышку. Точнее... Хок, фаербол, Хок. Хок добивает вышку и с сухим счетом в двух периодах. Лара играет гигантов со спарки. Была эта дека на канале Clash with Ash. Ну и посмотрите. Это даже не Tower Trade, забирает вышку у своего оппонента Лара при помощи спарки.
А Спарки еще и два выстрела по королевской вышке делает. Супериор Кор уже пишет отличная игра. И Лара, собственно, не останавливается. Прессингует. Не дает своему оппоненту накопить эликсир. Сколько? 3000 делает гигант. Да, 3000. При помощи запа. И снова хорошая игра пишет. Ничего не может сделать. 273 урона на королевской вышке остается у Superior Core. Это фаербол и бревно. Не знаю уж откуда камбэку взяться. Все, фаербол. Айда Лара. Айда. Молодец. Три короны во втором периоде. 1-0 в пользу новый спортс во втором периоде.